Режим тишины в сирийском городе Алеппо продлен еще на двое суток, сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон. Перемирие, несмотря на все попытки боевиков нарушить его, позволило доставить в город гуманитарную помощь. Продовольствие, лекарства, товары первой необходимости наши военные привозят также в провинции Хама, Хомс и Дераа. Тем временем из северных районов приходят новые сообщения о том, что турецкие военные убивают беженцев, пытающихся перебраться через границу. Об этом в очередной раз заявили правозащитники из организации Human Rights Watch. А вот на этих кадрах, снятых в марте и апреле, сами пострадавшие рассказывают о том, как пытались пересечь границу, а турецкие военные открывали по ним огонь. По крайней мере, 5 человек, включая одного ребенка, погибли, еще 14 беженцев ранены. И это при том, что по договору с Евросоюзом турецкая страна должна обеспечивать мигрантам безопасность. Теперь правозащитники призывают Анкару как можно скорее расследовать эти инциденты и не допустить их повторения.